Физкульт, привет, друзья, на связи Мускул Шоп. И сегодня у нас на обзоре вообще непонятная вещь. То ли это Орбитрек, то ли велотренажер. Не пойми что. Это вообще на самом деле Орбитрек и велотренажер. Гибрид. Два в одном. Многие их ищут, эти модели, на сайтах, в интернете. Но довольно мало по ним информации есть. Вообще нужно ли это сиденье здесь? Как удобно им пользоваться и вообще стоит ли переплачивать за то, что у тебя есть сиденье на Орбитреке, который изначально не предназначен для того, чтобы на нем сидеть. Вот в этом мы и будем разбираться в этом ролике. Друзья, не забываем, что при покупке в нашем интернет-магазине Muscle Shop каждый из вас при покупке кардиотренажера получает вот такой подарок, пояс с эффектом сауны, который увеличивает эффект от тренировки и помогает сбросить лишние калории. А также напоминаю, что доставка у нас по Украине абсолютно бесплатная. Мы ее осуществляем за свой счет. А по городу Запорожье, если вы проживаете здесь, то у нас еще и сборка бесплатная. То есть мы соберем вам тренажер, доставим, установим, проверим, все расскажем, как им пользоваться, дадим пояс в подарок, и у вас будет отличный тренажер по самым выгодным ценам. Перед нами Орбитрек с сиденьем. И первое, что приходит на ум, можно ли сидеть на этом Орбитреке и комфортно ли заниматься будет именно сидя. Вот при моем росте, у меня рост 1,82 м, вот, к примеру, заниматься на Орбитреке, просто используя его как Орбитрек, ну, нормально. Не скажу, что прям хороший глубокий шаг. Здесь шаг на этой модели 36 см всего, довольно небольшой. Но, опять же, я все вспоминаю того человека, у нас есть на канале отзыв этого клиента, который похудел за 2,5 месяца, ну, примерно, там, несколько дней, на 20 кг. И причем он занимался на Орбитреке с шагом 35 см, с кривошипным шатуном, то есть, который по качеству гораздо уступает этой модели. Стоил в 2 раза дешевле. Он его, конечно, ушатал за эти 2,5 месяца в бухнарь. Мы ему 2 раза меняли подшипники. Но сам факт, что Орбитрек помог ему скинуть вес. То есть человек очень сильно захотел, и все получилось. Причем, я же говорю, и шаг был меньше, и тренажер послабее гораздо. То есть эта модель достойная. Здесь нормальное крепление, ну, для этого веса. То есть модель рассчитана на 120 кг. Нормальное крепление стойки, она, естественно, не на подшипниках вот здесь, в этих местах, а на втулках идет. То есть подшипник только здесь, на центральной оси. Удобные широкие педали, кстати, они идут с подпоркой. Вот такое дополнительный профиль, уголок приваренный. Это как раз для того, чтобы, когда ложится платформа, чтобы увеличить площадь, распределить площадь от нагрузки стопы. То есть, потому что тренажер рассчитан на большой вес, как раз вот не на всех моделях имеется вот такая дополнительная пластина. Ну, она не пластина, конечно, она уголком, в виде уголка буквой Г приварена к основной вот этой центральному профилю и распределяет более равномерно нагрузку. Удобный вылет пульсометра и ручек. То есть вам не нужно наклоняться вперед, чтобы освободить руки. И плюс это сделано для того, чтобы когда вы сидите на сиденье, то есть когда вы занимаетесь в режиме велотренажера, чтобы вам можно было с ровной спиной, то есть удобная посадка была при занятиях на сиденье. Здесь довольно тяжелый маховик, 8 кг, инерции достаточно. По нагрузке, я вам скажу, вот 8-ка сейчас. Ну, нормально, хватает нагрузки. В таком темпе полчаса я, скорее всего, не пробегаю. Но для меня комфортно, что это сейчас 4-ка. Вот 3-ка, 4-ка. Вот с моим рабочим пульсом будет нормально. Датчики пульса, кстати, здесь не встроены в рукоятке, как в некоторых моделях, а именно вынесены сюда.
Теперь давайте поговорим о том, как вот использовать его в качестве велотренажера. В принципе, можно его использовать. Здесь сиденье регулируется, помимо того, что по высоте. Кстати, это была максимальная высота здесь. Вот под мой рост 1,82 м. Вы видели, что ноги у меня практически прямые. Вот, видите? Сиденье максимально сдвинуто вперед. Нога практически прямая. То есть мне можно на одно деление ниже опустить. Но вот выше уже людям рост 1,85 м еще можно. А вот 1,90 м уже будет не хватать высоты сидения. То есть модель подходит, если использовать как велотренажер еще, максимум до 185 сантиметров людям. Сиденье здесь, помимо того, что регулируется по высоте, вот, оно еще регулируется по горизонтали. То есть вы можете подрегулировать под себя. И, к примеру, человеку с небольшим ростом будет тоже довольно комфортно. Вообще моделька подходит хорошо людям с ростом там от 160 уже можно брать. И под велик достанет человек здесь. Расстояние небольшое до рулевой колонки. И как Orbitrack тоже можно, конечно, использовать. За счет того, что здесь высота ручки, вот этот рабочий диапазон очень большой. То есть здесь сантиметров 30 на скидку. Везде мягкие вот эти ручки неопреновые. И то есть человеку с небольшим ростом, он все же достанет и сможет заниматься, спокойно ходить на этой модели. Восемь ступеней имеет тренажер регулировки положения нагрузки. Нагрузка, естественно, магнитная. Здесь стоит маховик стальной 8-килограммовый и пластина с магнитами, которая, собственно, и регулирует степень нагрузки. Здесь также имеется подставка под планшет либо телефон. Вы спокойно положили и можете заниматься и смотреть любимые передачи либо фильмы во время занятий. Педали также имеют такое, вот они как, они хоть и пластиковые, но не рифленые, то есть у вас нога не будет скользить во время тренировки. Что касается сидения, сиденье тоже имеет регулировку, вообще сама сидушка. То есть не только вот эта вся часть, она регулируется по горизонтали и по вертикали. Но еще само сиденье, как на велосипедах, как раньше вот на Украине, оно имеет регулировку по углу наклона. То есть вы можете еще этот параметр выставить. И оно довольно, в принципе, мягкое. Не скажу, что дубовое какое-то. Хорошее мягкое сиденье. Пятой точке будет комфортно. Есть регулировка на этой модели по уровню пола, то есть если у вас где-то пол гуляет, деревянный там, либо после ремонта, вы можете его выставить таким образом, чтобы он у вас не шатался. Также есть транспортировочные ролики. Сейчас продемонстрирую. Вы наклоняете его и можете перекатывать куда вам удобно, то есть вам не нужно его носить. Он тяжелый довольно, и если вы, ну, хрупкая женщина, скажем, то вам носить, конечно, тяжело. А так вы его спокойно можете одной рукой катать по комнате без напряга. Вот. Касательно монитора, значит, мы можем выставить время тренировки. Вот смотрите, когда мы нажимаем Enter, у нас начинает моргать время. То есть кнопочка Up-Down, мы выбираем время вверх либо вниз. То есть, вот видите, мы выбираем 10 минут, к примеру, хотим отзаниматься. Вот 10, десяточка, и нажимаем Enter. Все, сохранили. Теперь следующее, вы можете выбрать дистанцию, сколько хотите пройти. Вверх, либо вниз, down. То есть 4 километра, к примеру. Нажимаем, зафиксировали. То есть видите, 10 минут времени, 4 километра мы проходим по дистанции. И можем выбрать, сколько хотим потратить калорий. Тоже той же кнопочкой Up, либо Down, вниз. То есть 60 калорий. Все, Enter. И можно выставить граничный пульс, при котором он будет подавать сигнал звуковой, что мы уже дошли до границы нашей верхней. И стоит нам прекращать повышать нагрузку, то есть снижать уровень тренировки. Выставляем тоже, фиксируем Enter.
Все, как только вы начинаете крутить педали, у вас пошел обратный отсчет. Вот я начал крутить. И пошел обратный отсчет. Вот время, дистанция, калории пошли. В обратную сторону все начало считать. То есть управление несложное. И все идет касанием вот этих шести кнопок. Друзья, хочу заметить, что вот эти гравера, которые идут в комплекте, и которые уже сразу накручены эти болты, вы не должны ставить, когда вкручиваете их вот в эту стойку. То есть вы вкручиваете без вот этих граверов. Потому как из-за них именно и не получается точно затянуть стойку, и потом со временем возникают скрипы. То есть вот здесь тоже сейчас уберем. И с той стороны тоже уберем гровер. То есть оно должно быть просто болт, шайба. Все, затягивайте вот таким образом. И скрипа у вас не будет в таких случаях. Ну и возвращаясь к рейтингу тренажеров от Muscle Shop, запатентованный мною, мы проведем оценку этого тренажера торговой марки Ecofit. Итак, касательно комфорта, что хотелось бы сказать. То есть если брать удобство занятий на велотренажере, сиденье мягкое, комфортное, все комфортно во время занятий именно на в качестве велотренажера, в качестве орбитрека я бы, ну, шаг, конечно, хотелось бы побольше. Поэтому он 7 баллов получает на уровне комфорта. Универсальность, то есть насколько он подходит для людей разного роста. Я уже сказал, что можно заниматься людям и с ростом 160, и с ростом 185. Хотя шаг, конечно, для людей, которые выше 180, уже мелковат. То есть вам нужно будет больше времени тратить для того, чтобы достичь желаемого результата, то есть скинуть калории. То есть тоже получает он семерочку. Касательно цены. Цена на данный момент почти 15 тысяч без 100 гривен. Соответственно, эта модель, ну, довольно бюджетного сегмента и подходит большинству наших клиентов. Соответственно, он по этой политике занимает девятку. Дальше, касательно качества и надежности изготовления. Здесь не очень мне нравится узел крепления стойки, то есть здесь всего лишь по одному болту боковому и два винта всего лишь с торца стойки, но этого мало для орбитрека. Потом здесь втулки идут, тоже не лучший вариант, но в целом, если брать для этого сегмента, это нормальная практика. Но я бы ему не поставил выше восьмерки. И касательно дизайна, что хочется сказать. В принципе, мне дизайн нравится, черный, как и большинство тренажеров, серые вставки, голубая вот небольшая такая окантовка на диске. Но если бы не это уродливое сиденье, не знаю, лично мне оно не нравится. Как вам, судите сами. Поэтому я в качестве дизайна ему выше пятерки не поставлю. На этом все, с вами был Сергей. Все тренажеры вы можете купить на нашем сайте, либо заказать обратный звонок, либо в чате написать, либо здесь прямо под видео оставить свой комментарий и задать любой вопрос. Я всегда стараюсь отвечать честно и открыто. Пишите, до новых встреч, пока!